выстраиваемся в одну шеренгу рядом с курсантами и никого не пропускаем. Всем ясно. На том же месте ехал обратно сюда, к этой она вот отсюда собака пошла, вот сюда ушла, и вот здесь кружила. Да нет, она вот здесь кружила. А, вот здесь кружила и вышла вот здесь. Прошла просьбу вот так вот отсюда. Ушла отсюда. Вот до сюда мы дошли. Мы не дошли до ты обратно. Да, вот здесь. Вот 20 метров только не дошли. И вот проводим поисковые работы по трем основным направлениям. Это прочесывание лесопарковой зоны. Это отработка водоемов, которые находятся здесь же, и рек, и речушек, Каменка, Глухарка, которая находится в лесопарковой зоне. Сейчас мы отрабатываем еще совместно с районом, отрабатываем жилой сектор все ближайшие кварталы. Сейчас привлечено для поисковых работ 420 человек личного состава под системы РСЧС, города, района и порядка 25 автомобилей. Работы не прекращаются, работа продолжается сейчас. Может быть, мы снизили немножко темп, с учетом того, что темное время суток, а местность очень сильно пересеченная, бурелом, каналы, реки, поэтому очень тяжело пешим ходом проходить, но ребята работают и в настоящее время. Кроме того, хочу отметить, что очень много откликнулось неравнодушных людей. Сюда прибывают со всего города люди, волонтеры, спасатели свободной службы и просто неравнодушные люди. Они тоже включаются в состав поисковых партий и участвуют в поисковых работах.